У нас были великолепные матчи, где мы полностью перевели Локомотив, не вступали в ЦСКА, а не было результата. Все не так. Есть результат при очень посредственной игре. Ну и бог с ним. Думаю, что Сергей Павлов немного лукавил. «Уралан» в Лужниках предстал весьма организованной командой, и очередное поражение «Спартака» уже не выглядело сенсацией. Гости открыли счет на 9-й минуте, удар от «Джинджала» пришелся в штангу, а первым к отскочившему мячу успел проворный цепловой. Хозяев словно поразил вирус безразличия. Да, они попытались перевести игру к воротам Филимонова, но атаковали как-то вяло, с линцой. До перерыва запомнился, пожалуй, лишь этот эпизод. После штрафного, выполненного цехмейструком, Сычев на мгновение опередил Филиппова, заставив голкипера «Уралана» в броске перевести мяч за лицевую линию. Гости ответили спустя 2 минуты, когда, воспользовавшись передачей Гашкина, при полном попустительстве Ананка с близкого расстояния опасно пробил Циклаури. Вторая половина началась для спартаковцев так же неудачно, как и первая. Кеби уронил элистинца Авакова, штрафной. К мячу подошел Циклаури и, хладнокровно перебросив стенку, догнал спартаковца Сычева в споре бомбардиров. Незадолго до конца встречи, после почти 10-месячного перерыва, вызванного травмой, на поле вместо Баранова вышел Калиниченко. Но ни он, ни Сонин, заменивший цехмейструка, не смогли переломить ход матча. Единственная реальная возможность забить предоставилась в концовке Парфенову, но Филимонов справился с ударом бывшего одноклубника. 0-2. Третий подряд поражение чемпиона.